Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Ребят, мы приехали в отель «Пускай» в Саранде. А у отеля два корпуса. Один из корпусов реновирован, вообще 42 номера. Есть ресторан европейской кухни, есть бар, есть пиццерия. Смотрите, колоритно, красиво. Это ресторан, открытая терраса, зона пиццерии. Важный момент, здесь к оплате принимаются валютные карты. Visa, MasterCard. У нас ресепшн. Значит, во всех номерах балкон, кондиционер, шкаф, холодильник, телефон и ванная комната с душевой кабиной. Здесь меняют постельное белье один раз в два дня, убирают ежедневно. Смотрите, на ресепшене что нашла? Детские велосипедики. Такая коняшка. И кораблик. Пока поднимаемся в номер, хочу сказать о том, что здесь отель находится на второй береговой линии. Через дорогу пляж. Пляж, собственно, галечный. Он находится на территории Манго Бич. То есть, если смотреть напрямую, то где-то около 200 метров надо будет пройти до пляжа. Лежаки-зонтики бесплатно. Номер 201. Blue Sky. Ванна небольшая, но все, что надо. И, пожалуйста, номерной фонд. Это обычный стандартный номер. Номер трипл, большая тумбочка, о, сразу встроенный холодильник, круто, и вот такое большое зеркало на всю стену. У нас даже нам показали видовой номер, пожалуйста, с видом на пляж. Ребят, это тот же Blue Sky, только старый корпус. Не важно, что это старый. Да, это старый, левый корпус. Старый корпус находится, по сути, в этом же здании, просто по другую руку от ресепшена. Но хочу сказать, что номера гораздо больше. Ну, видно, что, наверное, чуть-чуть старше. Даже нам показывают видовой номер. Смотрите, какой балкон. Кстати, балкон очень даже большой. Вот оно море. Сейчас покажу вам ванную комнату. Так, у нас кондиционер, картина. Здесь, наверное, нету холодильника. Сейчас мы проверим. А, есть шкаф, холодильник. Так, ванна. Кстати, ванна больше, чем в новом корпусе. Все тоже, все есть, все принадлежности. Полотенца висят. Хорошие большие номера. И важный момент, Blue Sky, несмотря на то, что реновировал, оставил старые стоимости на этот год. И мы уже посмотрели вчера, сколько он стоит. Из Киева он на двоих взрослых ребенка стоит на завтрак 760 евро. Это очень хорошая стоимость при его расположении чуть ближе к центру Саранды. Рекомендую. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!